снимать тогда буду. А, ну и тут Галил. Что касается Галила, ну тут просто вообще без комментариев. Это лучшая вообще пушка, думаю, в игре, потому что он очень красивый. И во-вторых, я вообще люблю Галил, не понимаю, почему его многие не уважают, как автомат. Красный Галил. Вот, тем более красный. Вот где вы видели еще красный Галил, ребят? А где вы видели особо редкий предмет? Вот. А что касается особо редких предметов, то это вообще отдельная тема, их огромное количество. И то есть... Там, может, не выпустит нож, который ты хочешь. Каждый красив по-своему. То есть, как ультрафиолету я бы радовался, так бы я радовался Марбл Фейду. Или, например, ну, больше всего мне нравится, я забыл, как называется, дрипл какой-то. Ну, то он похож на новое, на сверхновое P250 такая. Ну, ножи, ножи могут выпустить не из операции. Могут обычные выпустить из-за... 165. Все, авторизовать. Какой красивый ключ. Красиво, звездочек добавили, да, черная будка. Знаешь, как шпрот. Вы готовы? Ключ для шпрота. 600 рублей. 150 рублей. Капец. Ну, погнали. Тут выпуск войдет в Есть! Как? Первым я это снимаю! Я дамасская сталь! Я это снимал! Устанавливай цену, давай 25 штук сразу. Ребята. Я это просто так снимал, ребят. Охренеть. Я этот кейс хранил с самого утра, он мне выпал. Я просто его... ребят, я сейчас побежал монтировать этот ролик. Спасибо, ладно, что ребят, вы посмотрели. Спасибо, да. Он стоит очень дорого. Статрек прямо завод, ребят. Снова кейс. Блин, Андрей, ну ты везунчик. Статрек, ребят, Трек прямо с завода. У кого-нибудь у вас был нож Статрек прямо с завода? Вот. Давай. Всем пока, короче, побежал монтировать. Огромное спасибо, что вы это посмотрели. Пока. Поставьте лайк. Вот это такое. Да, Хабир был тут еще. Да. И еще Даня был тут, который молчит. Фух, всем пока.